Поздравление с юбилеем принимает сегодня Лидия Федосеева-Шукшина, актриса, создавшая на экране яркие, незабываемые образы. Владимир Путин в своей телеграмме отметил, каждая ее работа – свидетельство большого мастерства, широты души, творческой щедрости и безграничной любви к избранному делу. Лидия Николаевна снялась более чем в 80 фильмах и сериалах. Широкую известность ей принесла роль студентки Тани в мелодраме «Сверстницы». А какой эффектной была ее мадам Грицацуева в «12 стульях». Особый период творчества – съемки в фильмах супруга Василия Шукшина. Это драмы «Странные люди», «Калина красная» и комедия «Печки-лавочки».